Привет, дорогие мои друзья, с вами Воблер, и сейчас у нас будет битва различных жуков в игре Empires of the Undergrowth. Здесь вышли обновления, которые принесли много всего интересного. Новые насекомые, новые битвы, реально много нового. За один ролик так все вам не показать, не рассказать, но самое интересное, что мы можем здесь сделать, ребята... Арена битв, мы будем здесь ставить друг против друга различных жуков, которые будут здесь воевать. То есть с этого мы начнем. Если вам игра понравится, то в следующих же роликах мы продолжим прохождение. Может даже заново все начнем. Как вы помните, год назад мы играли, и у нас в принципе неплохо это получалось. То есть там можно просто проходить, можно там проходить фармикарий, да, это у нас муравьиная ферма. И там можно тоже воевать. Итак, смотрите, что у нас есть. Есть такие различные жуки, которые мы можем ставить с правой и с левой стороны. И мы давайте, ну, с чего начнем? Я даже не знаю, с чего начать. Ну, пусть здесь будет вот такой вот с левой стороны огромный богомол. Он будет один крутой такой, смотрите. Прям в листочках весь. А с правой стороны у нас будут какие-то, ну, пусть муравьи. Вот здесь я вижу какие-то, что это за муравьи, смотрите. Это, наверное, муравьи-солдаты, я так подозреваю. Так, вот еще какой-то муравей. Смотрите, вообще огромный. Какие у него челюсти. Это просто монстр. Это что, еще такой же? Какой-то муравей Т, муравей С. Без понятия, что это означает. Это что такое, еще что-то поставил. Вот какой-то с худенькой жопой. Это совершенно другой вид муравьев. Кстати, у него, смотрите, какие... резцы, да, у маленького муравья. Они такие прям открываются полностью. Ну что, давай посмотрим, как они вообще справятся. Да будет битва. Здесь мы убираем, чтобы не мешало. Ну, идут мурашки такие. Я подсвечиваю на богомола. Богомол сразу замирает. Съел одного муравья, второго. Какие-то звуки такие. Что, богомол всех завалит? Сколько надо вообще... муравьев, чтобы завалить этого монстра. Но богомол очень крутой, ребята. Он выжил. Что, выжил один богомол, типа, крутяцкий? Ну да ладно. Хорошо. Давай мы поставим против богомола. Так, подожди. Это мы его поставили с какой стороны? Давай с левой. С левой ставим снова богомола. С правой стороны давай побольше муравьев. Ну как-то... А у нас слева и справа богомол. Блин! Ну ладно, пусть они дерутся пока между собой. Пусть они друг друга убьют. Так, я ставлю на правого богомола, который был с правой стороны. Мы за правых, а кто из вас за левого? Стоят, смотри, такие бьются. Мы еще фонариком подсвечиваем. Типа, что-то вот этого тоже мы можем убрать. Блин, левый богомол завалил и ушел. О, какой крутой, слушай, везучий черт какой. Ладно. Так. Слева мы ставим богомола одного, ребята, смотрите. Но тут нам надо хорошую армию все-таки муравьев. Тут муравьи есть, даже такие муравьи. Есть, которые попками стреляют. Ну, муравьи, попкострелы. Муравьи, попкострелы. Есть еще какие-то другие тут мурашки. Что это такое? Ладно, давай мы возьмем вот обычные мурашки. Подожди, блин, я снова с левой поставил. Ладно, пусть этот один муравей будет помогать богомолу. Типа его дружбан. Ладно, здесь ставим несколько мелких. Так, 3 муравья, 4, 5. Потом будут, которые попками стреляют, тоже 5. Еще какие-то. Вот МР, не совсем разобрался, что они делают. Прикольно, синие попки у них. Синие попки. Так, вот еще какой-то. Ну это вот муравей-воин мы видим. У него... А у них тоже попка синяя, слушайте. Они хоть чем-то отличаются. А, они черные какие-то, видите? Вот они. У них черное тело и все полосатые. А то у них коричневые. То огненные были муравьи, наверное. Есть еще какие-то супер крутые, большие. Ну это, смотри, какой муравей. Гимадрил. Мне кажется, он вообще демон какой-то рогатый. Надо будет как-то против него что-то поставить. Есть еще какой-то муравейчик. Где он? Что-то я поставил, не знаю, где он появился, их уже... А вот тут маленький бегает такой, видите? Так, ну этого мы черного видели, он довольно такой прикольный, смотри какой, прокачанный. Кстати, муравьи как машины, да, есть более какие-то такие... Савдеповские, это типа иномарка какая-то, Lexus, муравей Lexus.
Так, что у нас еще есть? Есть вот эти огромные. Смотри, о, это муравей, это внедорожник какой-то. Это крузак. Это Тойота какая-то пусть будет. Так, мы еще наклепали. Ну ладно, надеюсь, этого достаточно, чтобы завалить богомола. Поехали. Так, стартуем дальше. Та-та-т, в атаку! Я им подсвечиваю дорогу. Говорю, вот, смотри, богомол замер. Раз маленького взял, смотри, сожрал. Эти уже попками стреляют, попка стрелы. Видите, кислотой муравьиной. Там еще был один маленький муравей. Смотри, драка пошла, драка. Боже мой, как 4К вообще круто смотрится здесь все в игре. Еще в прошлом году мечтал поиграть 4К в эту игру. Ну вот, мечта сбылась год спустя. Так, смотрим, все, муравьи победили, пошли, что-то их очень много наставил. Ладно, тут все ясно и понятно. Ладно, что у нас еще есть, ребята? Есть какой-то громад... Ого! Он такой огромный паук, что он даже не помещается на арену. Боже мой, что это за краб? Мне кажется, он вообще всех муравьев будет... Я даже не знаю, как он будет их рубить. А ну давай сейчас мы наставим кучу мелких. Но это не мелкие, это крупные муравьи. Мелкие это вот, чтобы вы понимали. Так, ставим кучу этих. Битва. Что тут у них? Вот он жопа идет, он не может даже раз... Ого, какая клешня! Слушай, а может он даже не сможет этих убить, потому что они далеко подбежали? О боже мой, как против этого монстра бороться? Это просто какой-то нереальный гемодрил. А что, есть такие насекомые? Наверное же есть. Боже мой, какой он громадный. Капец. Так, это снова я с правой стороны. Это чуть поменьше паук. Но у него усики большие. Ладно. А давай с левой стороны другого паука поставим. А вот он какой-то прозрачный. Какой-то маленький такой. Он вообще, слушайте. Он сливается с землей. Его даже не видно. Ну, давай посмотрим, кто кого побьет. Большой или маленький. Этот вообще боком ходит, смотри. Вот идет и громадный. А, это один боком ходит, другой так идет. Ты смотри, грызутся, грызутся. Что-то кусается. Подожди, я думал, большой уходит. Не, большой победил. Ну как больше, у него усы какие-то. Слушай, это реально, наверное, есть какой-то вид пауков. Капец, какие они огромные. Ладно, давай посмотрим, что у нас еще есть. Блин, снова с правой стороны паука. Ладно, смотри, есть такой. Паук, есть такой поменьше. Есть еще какой-то, смотри. Очень быстрый. Так, против кого мы поставим? С левой стороны у нас будет какой-то вот жучок такой. Плюется, видите? Такой вот. Я не знаю, как они все называются. Муравей, я знаю, муравей, богомол, паук. А как эти жуки, без понятия. Что-то вообще, ну это какая-то щипалка, да, или что-то такое. Короче, битва. Да будет битва. Поехали. Т-т-т-т-т-т. Смотри, этот паук. Хо, он даже... Он прыгать может. Он перепрыгивает. На, его завалили кислотой. Этот паук боится. У него длинные ноги. Он их заморозил или он приспал их? Смотри, отходит. У него длинные ноги. Его, мне кажется, не достать. Но максимум они могут ему ногу отгрызть. На, пш-ш, кислотой какой-то. Пш-ш, капец пауку. Смотри, ну тут так, мне кажется, паук их завалит. Мелк, видите, он как... Я даже не знаю, что он делает. Он в транс вводит, он гипнотизирует. Этот, видишь, гонит, гонит. Паук боится его, боится. Убегает, смотри, он реально убегает. Этот именно газом рубит. Газовая атака, биологическая атака. Паук не любит эти запахи. Смотри, они сейчас вдвоем завалят. Так, кто куда пошел? А, ну все. Тут еще... Победа заключается в том, что кто в какую сторону пересек. Если, допустим, враг дошел сюда, то враг, я так понял, побеждает, да? Но это тоже, то есть ничья получается. А, тут еще раз по скору, я понял, надо здесь обнулять. Ладно, что у нас есть? Ну, такая дичь. Давай с левой стороны, это какой-то маленький богомол, да? Это какой-то вот сверчок. Сверчок поменьше. А, я понял. МЛ это размеры сверчков. Прям как в одежде. С-ка, Л-ка, М-ка. Я понял, это размер. Все, теперь мы знаем, что означает
по крайней мере, SML. А что означает TS? Тоже, наверное, размеры какие-то, да? Так, что у нас тут? У нас есть крабы. А, у нас есть еще вот эти с правой стороны, смотри. Вот большой L. Огромный, есть крабуня. Маленький. Крабуня побольше. Так, я еще что-то добавил. Вот маленькая, видите, какой-то паучок. Маленький. Паучок S-ка. Паучок M-ка. А, это вот супербыстрые, которые быстро бегают. Я помню их, когда мы проходили. А вот еще, видите, маленький такой малютка. Ладно, давай глянем. Что же, ну пусть они дерутся. Я не знаю, конечно, где здесь справедливо-несправедливо по войскам. Но в то же время нам какая разница, где справедливость. Нам надо смотреть, как они жрут друг друга. Вох, тут еще сверчок. Какой-то газ пускает зеленый. Короче, завалили сверчков, всех перебили жуки. И вот скоро. Эти даже не дошли. Это не дошли. Кстати, здесь довольно интересно. То есть проверять различные стратегии, да, для прохождения уровней. То есть ты, по крайней мере, будешь знать, если ты играешь за каких-то муравьев, будешь знать, сколько надо муравьев, чтобы завалить того или иного врага. Это, в принципе, прикольно. Вот, допустим, есть с левой стороны большой паук. Точнее, с правой. Пусть будет с правой большой паук такой. Очень быстрый, да? А с левой стороны у нас есть муравьи. Обычные мурашки. Ну, допустим, сколько их? С десяток, да? Или сколько их уже наставил? Раз, два, три. Подожди. Так, стоять, не шевелиться, я вас посчитаю. Пацаны, не дергайтесь. Раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. По-моему, восемь. Девять, десять. А ну 10 муравьев хватит, чтобы завалить этого гемодрила? Большого навряд ли. Паука не хватит 10 штук, да? Вот они толпой, толпы жрут, жрут. Это именно воины. Но я не знаю, они тут прокачанные. Наверное, обычные стоковые. Потому что муравьев еще можно прокачивать здесь. Завалили. Ясно. Значит, 10 муравьев не берет. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. С правой стороны мы давай ставим одного. Эльку. И поехали, битва. 20 муравьев против одной эльки, ребята. Давай подсветим. Вот они напали, но он с укуса рубит муравьев. Только кусь, 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 кусь. То есть меньше секунды уходит, чтобы завалить мурашку. Кусь, 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 блин, нифига себе, слушай. Кусь. Офигеть, какой дикий паучара, ну ты вообще наглец. Капец, какой он наглый, ребята. Так, с левой стороны. Мне жалко муравьев. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ну, я не знаю, хватит 30 муравьев. Пробуем. Тут обнуляем. Битва. Поехали. 30 муравьев против одного паука. Ну, он очень большой, прошу заметить. Толпой напали. Кусайте паука, жрите его. Я в шоке. Смотри, некоторые что-то отходят в сторону. Ну, я даже не знаю, 30 муравьев. Его вообще возможно убить? Я знаю, что вроде бы чуваки-кислотники могут его убивать. А, убило, убили, убили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Выжило. То есть, в принципе, где-то надо 33 муравья. А, больше надо. Потому что они же со всех сторон кусали. То есть, где-то надо 35 муравьев, чтобы убить одного. Не, можно, конечно, перепроверить. То у нас было 37 осталось, да? То есть, получается, 23 умерло. Ну ладно, давай тогда с правой стороны одного поставим эльку. А ну как он теперь справится? Битва. По-моему, у нас 27 муравьев я поставил. Что-то такое поставил и забыл, сколько поставил. 27, рубите паука, жрите. Смотри, кусают, кусают, кусают. Ох, это просто безумие. 27 мурашек обычных воинов. Ну, паук самый громадный, который из этого племени пауков. Вида пауков это самый большой. Ну, такой самец. Так, и осталось еще 4.
Ну да, то есть 27, можно где-то 25 мурашек на такого паука. Ну что, ребята, если вам понравился ролик, то обязательно ставьте лайк. В следующем видео мы продолжим здесь сражаться. Ну а потом, я думаю, что можно будет пойти в компанию и там уже повоевать, проходить заново. Потому что посмотрите, сколько всего добавилось. По-любому добавились уровни. Все там добавилось, и это надо нам все изучить и посмотреть. А с вами был Воблер, оставайтесь на канале, и все будет круто. Также не забывайте, что ссылочка на игру есть в описании, игра платная, она есть в Стиме. Ну, то, что она развивается, мне это нравится, реально круто. С вами был Воблер, пока.